Бүгүн бизде конокто тиктокер, модель Асхат Осмонов. Всем привет. Менин атым Асхат Осмонов. Мен бүгүн суперинфодомун конокто. Вроде все. Журналист, телеведущий, модель, блогер, тиктокер. Ну, больше как модель. Что еще? Боец, оказывается. Боец это хоть тур. Может быть, ну как бы рекордный счет 4-1. Ну, может, да, боец. Болду. А так в основном модель. Анбарна ханчечес. Анбарна ханчечес там. Не знаю, цель, наверное. Мену из Абдан Дашгурем. Хандай сам джигитке джетмишунга разда клатте подхо. Вот то, что ой менен лежерем. А был, бун мен был, хандай сам был. Эң биринчи турган эмелерим, жумуштарымда. Экинчи планда жумуштар бар. Это үйдө жумуштар, такие дела, учеба, булар мындай эсептелбейт да. А то, что я сам как бы өзүм цель коюп жүргөн, это вот модель, блогер, тиктокер болуп жүргөм. Жетишкеним оңой эле, просто пишу в дневнике, что как, что надо успевать, кайсы күндө эмне кылыш керек, баарын өзүм башыма алып келе бербей. Бүгүн, например, чисто съемкалар болот меники. Бүгүн съемкалар менен бүтүрөм. Эртең встречалар менен, а үчүнчү күнү итог кылам. Полностью ошо жумуштар бир эме алып келип, итого чыгарам. Ошто эле жүрөм. Бир жылда канча күн бар? Ошонун баарын эле жетишсе болот, болгону эле 5 эле профессия менен иштейм. Бир жумада эле бүтүрсө болот да, каждый өзүнүн жумуштарын кылып. Үйдө жумуш кылам деп калдыңыз. Азыр шаарда жашайм. Крашхаус деген үйдө өзүбүздүн проектибиз бар. 1-1 студент проект. Ошо жакта иштейбиз. Үйдө негизи мал, ферма. Шаарда когда тоо жакта жашаганда Воронцовка деген айыл бар, село. Ошо үйдө эле жумуш кылырчу, аликтен берчү, малды карап, үйдөгүлөргө жардам берип, анан өзүм сөмкаларыма кетип калчум. Кечинде сумкам алам, чик-чик. Өзүмө кичине бет колумду жууп туруп, тик-тик сөмка шаарга барып, сүзөмө сүрөткө түшүп, акча алып кайра үйгө барам. Мен ошо иштечү, азыр шаардамын. Бир жылдай болду окшойт шаарда жүргөн, шаарда жашап жүргөн. Тиктокко жана модельдикке кантип келип калгансыз? Асхат, еще раз, 2000 жылкымын, 21-демин, 4-чү курс, журналистика, телеведущий. Как раз бир тараптабыз, коллеги. Тоже, кстати, журналист, телеведущий, а 4-й курс уже. КНУ. Вот прямо вот здесь вот. КНУ-да окуйм. Кайсы, 3 мектепти бүткөм вообще, бычакы которулу. Что еще мне рассказать? Я вообще по идее, да, вообще, по плану в детстве я был спортсменом. Тайквондо, что там еще, дзюдо, самбо, тут чисто спортсмен, да. Но каким-то боком модельник тык-то говорил холдом. Это, наверное, из-за мечты. Тоже я хотел стать вообще популярным человеком. На самом деле, вот всегда он, я помню, да, что момент ты что-то, лисок там, школьный гейн. Наушник, китайский наушник, и вот уже ситуация до сих пор помню, типа, вот бы стать популярным, да, чё, каково, типа, район Далёскую, наверное, каково это быть популярным, да, чё, гелеца, реально будут фототься, что ли, уже, ой, я, до сих пор, я не помню, вот, какие это года были, но, кичники, в общем, да, ну, раз такой, вот, я уже шнур упал, да, глаза открыл, и уже, как бы, тикток-то крашался, имеем 3 миллиона, типа, вау, да, чё. Типа, как-то очень быстро. Бар, бат, пюткет, это бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү курс, бешинчи, алтынчы, жетинчи класс, бар, бат, пюткет. Вот как будто вот тогда мечтал, вот в тот момент, ты помнишь, и сейчас я вот так стою. Типа, говорю, камерала. Ну, не знаю, это классно. Карантинде... делать нечего, что ли, делать нечего, да, карантин. Дома сидишь, чисто корова, не кото, и... Смотрю, тиктоктун эмесимде эрасы башталып атта, хайп алып. Почему бы нет, давай тарткулейин деп, 2-3 ролик тартып койгом, тартсам кирип кетет атпайбы, 500 000 кеч. Вау, 500 000, нифига себе, это же как, инстаграмда мынча болбойт деп. Анан 2-3 ролик тарттым, кирип кетти, буларда 700, 400, 100 эле кирип атат. Подписчиктерим көбөйүп атат. А мен эчтеке кылбайм, жөн эле там видео, слайд-шоулар кылып. Потому что имя есть. И сразу автоматом тиктока чыгып калыптыр да, типа, Осмонов Асхат инстаграмда бар болчу да, модельнин модель деп. И сразу тиктокта что-то новое был. И все, вот так я начал. Карантинде где-то 70 000 подписчик алдым. И 70 000 подписчик алган деле карантинде летом бүт отпаду эле. Акырын көчөгө чыгып элдер. Ошондо тиктокка ос ачылат. И мен чыгырат сразу. Асхат, типа, мы хотим вас пригласить. И он, давай, хорошо.
Да я ушел в TikTok House, а завтра Crash House. Канча бой болды ошондо сизде? Үч. Үч бой болуптур. Үч бойдо бир поражение. Бир бала дагы? Бир бала дагы. Башкалдар бар болчу. Эки бой биле мен бакыт менен чыктым. Бир балага чейин бирөө? Мурун, да, ошо бирөө менен чыккам, чтоб ат барга пройти. Это как бы, знаете, ну, хайп деле айта албайм, я сам не люблю хайп деген сөзді вообще. Как люди хайпуют, чем они занимаются, что как делают. Эптеп-сеп-теп өзім көргөзіп, нет. Этот бой просто я всегда хотел выйти на ринг. Просто на ринг выйти, потому что я все детство тренировался же. И всегда у меня был, ну да, итог выйти на ринг. Это каково быть, типа, на ринге? Страшно ли или нет, тэпч? Мен ошо үчүн эле эме кылгам, кызыккан. Анан бакыт менен өзү эле эме болуп кеттим да, шоу катары эле чоң көтөрүлөчүмүн да, эл өзү эле көтөрөт да бизди. Болбосо мы там просто одну камеру ставили, мындай өйгө сүйлөшчүбүз, анан эл өзү эле көтөрүп, комментарий жазып эле там чайка мыякка чакырып эле. Ну, мы не хотели этого, да, по сути. Ну, что поделать, если в Кыргызстане так скучно жить, что аж каждый малейший бой да выталкивает вверх. Вот. Но я хочу, чтобы таких боев было очень много. Потому что, да, это как бы... Гелькай тат, типа, нет, эмел лотасынар, деп чимдай. Джаман гондрот асынар, хан джаман гондрот ас, что пацаны, что вышли, какие мы подрались, или что, я не понимаю, да? Мы подняли аудиторию, когда там, мушташутканачи, профессионалы, когда дрались, никого нету, зрителей нету там. Мы пришли, мы подняли аудиторию, и еще плюс мы подняли настолько аудиторию, что их даже начали узнавать, да, их, да, бойцы. Эй, ты этого лада чыккан, мен бүгүн көргөм, и Асхат мен бакыттын боюнда тоже бир картта чыгып тур, деп. Видите, это интерес открыт, это спортивный интерес называется. Мен менен эле канча бала мушташам деди, да, Асхат, мен сен айрып коом, мен мыйтып коом, деп, өзүнчө тренировкада видел, я радуюсь, да, типа, ну вот тренируется пацан, деп, я с ними не выйду. Но он, да, видишь, да, что он, да, прям реально тренируется, он, да, типа, Асхат, видишь, я тренируюсь, и я выйду с тобой, да. Я такой, ну это уже хорошо. Да, это хочешь, как получится, да, если по утрам каждый второй, шесть выйдет, а я выберу, с кем я буду драться, да, бара, чуркамах, да, серьезно. Видите, это спортивный интерес, это интересно, классно. А так нет, мен ошо мындай эле мушташкам негизи. Жашоодо конфликт болгондо чынбы же андай эмеспи? Ошо реально жашоодо конфликт болгондо. Нет, реально жашоодо конфликт болгондо, до этого было. А потом мы превратили это в спортивный интерес бойго. А так, я его ненавидел, если честно, вообще. Но сейчас он хороший человек. Я же выиграл, вот поэтому, да. Азыр кандай мамиле? Жакшы эле мамиле. Недавно эле блогер с медиа, ой, курултай блогеров чогуу жүрдүк. Он там выступал как спикер. Рассказал про молодежь. Хорошо? Эми азыр башка бирөөлөр чакырса барбайсызбы? Болдубу, мушташыңыз келбей калдыбы? 200 тысяч сомов поставьте. Да. Потом я могу подумать. Так, кто ты, дейм? А это тырчи. А, не. Следующее. Шучу. Ну нет, уже ахча. Если уж чалых прям хотят мушташ в гельсе, почему бы нет? Но я еще буду смотреть соперника. Ну не какой-то там Конор чықпаса, а так обычный имя чықса, мушташ ойлам. Пландарыңыз бойынша айтып берсеңіз, Корея, Франция туралу. А, ну Корея давайте, да? В данный момент я участвую в конкурсе. Вот в данный момент, число какое сегодня? 19 октября, короче, я уже участвую в конкурсе. Лицо Кореи. Ой, Кореи говорю, лицо Азии. Я уже прошел лицо Кыргызстана, лицо Центральной Азии, теперь остался лицо Азии. И вот там 50 участников, 20 стран, и участвуем. Призовой фонд, то это очень хороший, большой, огромный. К сожалению, онлайн. А так, в 2018 году я был уже в Корее. Там Чыкырганда, а из-за этого то, что карантин, сделали онлайн. И мы сейчас онлайн участвуем. Сейчас я прохожу первый тур. Первый тур, некий вопрос я уже прошел. Да, үч эме калды, да? Үч задание калды. Ошо үч заданияны бүтүрүш керекпиз. Ата-энеңиз кийлигишеби сиздин жашооңузга, TikTok тартканыңызга? Да, не сами хотят стать тиктокерами. Вот. Они сами мечтают стать тиктокерами. Они сами мечтают стать, папа вообще мечтает стать моделью, вообще, актером. Голливуде где-то сниматься. Мама тоже. Все мечтают, все хотят. Клиптерге тартылган жагабы? Да, жагат. Ну, смотря как они обращаются с человеком еще. Например, мне понравилось работать Авас Акимов мен Айдана Дегенклинде. Приятная работа, да? И они общаются как... Хоть они старше меня, но они общаются так, как типа мы друзья, да?
спокойно, там, это что, как, нормально все. Вот, тут такие люди мне нравятся. А бывают клипы там, о, изначально прям требуют, да, хотя да, бэкшники и доллар входили, требуют это, то, не нравится, да. А когда делаешь от души, и клип вырывается вперед. Мне, например, тартылгам, айдан адекан клип, знаешь, шекерекен, гать. О, этот клип прям битнами национал подъемся, клип года, там, не знаю, песня года, айдан адекан, ырчи год, там, а я звал тартылган, он оператор, или как там, оператор год, бурдем шел, атлат, да, тоже. А я взял как клип актер года, там, вообще. Ну, то, что от души, оно всегда вперед выходит. И просто надо знать так, кому, с кем надо снимать, с кем тебе комфортно сниматься. И все. Киного тартылгам келет деген экенсиз. О, это мечта, да. Ой, любой роль я могу сыграть. Любую роль. Просто не знаю так, какой я еще человек-то. Я могу любую роль взять. Это мақтаныш емес, но если постараться, то могу любую. Но не знаю, пока мне заявки еще не пришли. Тартыласым будет. Ну, посмотрим. А может, я сам буду снимать фильм. И буду приглашать. Сам буду приглашать, кого хочу. Вот. Так что не будем эти ставить там. Ну, не хотят так, не хотят. Все поснимались, кроме меня. Почему? Не знаю. Наверное, я им не нравлюсь.